Котики мои, всем привет! Меня зовут Аня, и сегодня мы будем продолжать играть вместе в мобильную аватарию. Мы будем искать мужа Люськи, Люся 09. Вот я показываю вам ее паспорт. Это та самая наша любимая Люся. Люсенька, ты мой ангелочек, ути, боже мой. Я думаю, мы найдем ей достойного мужа, потому что ее прошлый муж сбежал, и нужно найти. Она хочет уйти из игры, потому что ее все бросают. Ну, в общем-то, будем спасать нашу Люську. Сейчас спрошу, как ее настрой? Попа. Люська, ты что? Настрой должен быть боевой, только боевой, иначе у нас никак не получится найти тебе мужа, потому что если настрой плохой, то и событие у нас будет все уже идти не по плану. Хочу мужа. Ну, Люсь, тут у нас половина женской части аватарии хотят себе мужа. Не ты одна, не ты одна, даже я вхожу в это число. Сейчас я скоро создам событие, у тебя есть... пожелания. Давайте узнаем, какого Люська хочет мужа. Может быть, там блондина, голубоглазого. Или чтобы был добрым, веселым. Оу, во-первых, умный, во-вторых, красивый и богатый, сильный и храбрый, отважного. Ой, Люська, ты все в кучу у нас несла. Умный, это хорошо, красивый и богатый. Но богатый, как он тебя сделает здесь счастливым меломаном? У меня вопрос к Люське, кто такой Денис? Одноклассник мне нравится, а он тебя любит? Люсе нравится, походу, мальчик, она учится в школе. Спалилась, что учится в школе, значит, ей нравится там какой-то мальчик Денис. Он любит Катю. Ну как так-то? Люся, не плачь, Люся плачет, не надо, Люська, мне только ее жалко стало, что за беспредел, Денис, ты как можешь такую красотку, ну ладно, это аватария, я не знаю, какая Люська в жизни, но я думаю, она в жизни прикольная девочка, ты ему призналась в своих чувствах. Узнаем, Люська рассказала ему про свои чувства. Ну, хотя как она может рассказать? Она же девочка, по идее, мальчик должен первый рассказывать. Ну, это вообще такая ситуация, знаете. Кто из вас влюблен безответно? Хрен нас два, боюсь. Пишите в комментариях, у кого безответная любовь. Давайте посмотрим, сколько нас таких. Но знаю, что он любит меня, а с ней просто бесит. Сейчас найдем... тебе мужа. Найдем тебе мужа. Забудешь о своем Денисе на момент. Люська хочет отомстить по ходу Дениса, найти здесь себе мужа, тем самым восполнить себе недостаток любви. Так, я собираюсь построить комнату, где мы будем устраивать события с Люськой. Будем сюда приглашать женихов. Не знаю, события, наверное, назову, ищу мужа Люси или ищу дочки мужа. Посмотрим, может быть, даже два придется создавать, потому что, как мы знаем, мальчики не особо-то и бегут на такие события, в основном девочки приходят. И самое главное, чтобы меня никто не спалил, потому что если меня спалят, ну, уже будет как бы сложно. И вообще не знаю пока что, как все пойдет, я просто надеюсь, что мы найдем адекватного человека, и он как бы подыграет с Люськой. Или мы вообще вместе потом найдем и будем пытаться с Люськой как-то ее осчастливить, сделать ее пребывание в этой игре, последние минуты пребывания, самыми счастливыми, чтобы Люська запомнила аватарию и меня как бы вспоминала на старости лет своих. Так, готово. Сейчас события создам. Где парни? Люська уже парней зовет. Все, события есть. Ждем первых кандидатов. Волнуюсь. Ой, Люся, я волновалась. Это я волнуюсь. Вдруг придут некрасивые. Кстати, посмотрите, какое Люся платье купила. Я не видела еще на ней этого платья. Шикарная, шикарная женщина. Как можно не влюбиться в такую красотку? И, естественно, нужно мужчину тоже найти соответствующего. Никого пока что нет. А что если мы поищем какое-нибудь событие, где у нас ищут жену, и сходим туда, потом позовем парня к себе или наоборот Люську позовем? Давайте полистаем события.
Так, что у нас здесь есть? Есть ли какие-нибудь зацепочки? Еще мужа дочки. Кстати, вот мое событие. Ну как так? Как его можно не заметить? Оно же такое выделяющееся. Ладно. О, смотрите, ищу девушку. Ищу через ю, главное дело. Ищу девушку, а что в описании ко мне? Может быть, сходим? Давайте сходим, что ли. Позовем парня к себе. Блин, 16 уровень. У меня нет 16 уровня. Вот это обидно, это обидно. Ой, смотрите, ищу рабыню. Может быть. Блин, хозяин квартиры пожелал ее закрыть. Ладно, не будем сдавать Люську в рабство. Люсь, живи, ладно, живи. Ты куда? Люсь, лучше тебе не знать, куда я хотела попасть. Искала события подходящие. Неважно, Люсь, неважно. Неважно, куда я. Я хочу сделать тебе только лучше. Так что, ладно, продолжаем ждать наших красавчиков. Подошел первый у нас жених, Алишерка, 12 уровень. Давайте напишем ему здравствуйте. Привет, прив. Ну, Алишерка не совсем Денис, но тоже ничего, тоже пойдет. Смотрите, у нас еще один мальчик подошел. Я красивый. Здравствуйте. Расскажите о себе, от себе. Люська устраивает допрос сразу. Ну да, давайте сразу к делу. Я ищу мужа дочки Люси. Я Артур, и я люблю кошек. И Люся такая, я люблю собак. Я красивый, хочет добавить меня в приятели. Так, почему ты хочешь добавить меня в приятели, когда мы ищем мужа Люськи, а не мне? Или он уже хочет подружиться со мной, думает, что я вот так вот легко отдам дочку за тебя замуж? Нет, не жди, не жди. Люську получит только самый-самый у нас Люся. Очень приятно познакомиться, будто он Люся. Не на о чем сказать. Алишерка потерял дар речи от такой красоты. Ну вот славненько, вот и познакомились. Такое чувство, что Люська сейчас его приобнимет со спины, со своей сумкой. У нас с вами рубрика «Что в сумке у Люси?». И я вам обещала показать комментарии. Вы писали, что в сумке кости бывших парней носит. Прячет там другие сумки, потому что у нее стиралки нет. Она в сумке носит тела мужчин, которые ей отказали. И здесь несколько вариантов. Еще одну сумку, дубинку, запасные сапоги и кость. Добрую Люську, которая время от времени меняет на себя. Пятый вариант своего мужа, которого пытает за то, что бросил ее. Я прям думаю, сниму отдельное видео, покажу ваши идеи, мы вместе повеселимся, потому что то, что носит в сумке Люся, это просто большая загадка, загадка человечества. Покажите пресс. Вау, ребят, ты красивая. Он мне пишет комплимент, он пришел, главное дело свататься к Люсе, а комплименты делать мне. Вот мой, беру двоих. Покупаю, Люська покупает. Еще один красавчик подошел, не понимает, наверное, что здесь происходит, почему парни без штанов, блондин, брюнет или рыжий. Давайте предложим в боях подушками определить победителя. А вы посмотрите, Алишерка сдался, он сдался, не хочет воевать за Люську, это уже минус в его пользу. Порвите друг друга, я буду забеспечивать и пододарить. Правда? Люську пытаются купить, но нет, ее-то может быть и вы купите, а меня нет. Я, во-первых, даю свое согласие на ваш брак, без мамы никуда, так что нет, скоро меломаны куплю. Подкупают, посмотрите, богачи какие, меломанов тут раздают налево и направо. Ну блин, любовь не купить. Парень вообще с волшебной палочкой сейчас заколдует Люську и все. Ань, можно вопрос? Он меня узнал. Давайте напишем, не палите меня. Он меня узнал. Проверь мою девушку. Алишерка, ты что здесь забыла, если у тебя есть девушка? Я тогда схожу на свидание со всеми и решу. Вот так вот у нас Люська определилась. У нас подошел еще один красавчик. Дочь, у меня модель. У меня дочь не промах, она у нас красотка. Милс Кеш еще подошел. Смотрите, у нас 4 парня. Кто же станет мужем Люськи? Пишите также в комментариях, кто вам больше нравится. Кто, по-вашему, должен стать мужем Люськи? У нас здесь 3 мальчика.
Да, все со мной. Но Люси, походу, хочет сразу со всеми встречаться. Тогда как вы сходите на свидание? И мне скажешь. За Люську пошли сражения. 4 парня. Уже, ребят, пишите в комментариях, кто по-вашему подходит Люське. Милскеш хочет меня обнять. Ну, давайте обнимемся. Отстаньте от нее. В смысле отстаньте? Мы Люське ищем мужа. Как я могу от нее отстать? А что вы обнимаетесь? Люсенька, я просто скажу, что тебя я люблю. Я думала, мы мне ищем мужа. Люсь, ты не так все поняла. Мы просто обнялись. Давайте ей подарим какой-нибудь подарочек. Загладим свою вину. Может быть, с добрым девочку. Нет, Люська, вернись. Куда ты ушла? Она не в сети, ребят, блин, Люська ушла, из игры, она обиделась на меня за то, что я с мальчиком обнялась. Не знаю, что сейчас буду делать, наверное, я буду ждать, когда Люська зайдет в сеть с этими парнями, я свяжусь потом по почте. Все, теперь мы должны найти Люську, ребят, вот кто из вас ее найдет, тот и станет ее мужем. Главное, чтобы вы меня не спалили. Ребят, если вы смотрите это видео, также отпишитесь в комментариях. Давайте решим, кто из вас станет мужем. И вы, дорогие зрители, пишите в комментариях, кто Люське подходит. Буду заканчивать это видео. В следующий раз, надеюсь, все уже дойдет до свадьбы. Мы выберем ей мужа. Всем большое спасибо. Я вас всех очень сильно люблю. Всем удачи. Всем пока.